Привет всем. Очень важная команда при работе в программе ANSYS. Одна из важных команд — это ET. Что она делает? Она осуществляет выбор типа конечного элемента из библиотеки ANSYS. То есть надо понимать, что перед тем, как наложить сетку на построенную вами модель, вы должны правильно выбрать тип конечного элемента. Если вы выберете неправильно тип конечного элемента, значит, ваша задача будет решена неправильно. Поэтому вот к команде ET нужно отнестись, ну, особо внимательно и изучить ее. После команды ET через запятую ITAP. Что это значит? Произвольный локальный номер типа элемента. Ну, это порядковый номер. Ename — название типа элемента или его номер. Например, двумерный плоский четырехугольный элемент plane 42 или просто 42. То есть задачи у нас могут быть двумерные, трехмерные, магнитные, тепловые и т.д. и т.п. Ename равно 0 означает, что элементы данного типа будут игнорироваться при решении. COP1-COP6 – переключатель дополнительных опций, назначение которых для разных элементов различно. Следует смотреть описание соответствующих элементов в справке ANSYS. В большинстве случаев достаточно использовать значение, установленное ANSYS по умолчанию. Флаг INOPR, установленный на 1, запрещает вывод по элементного решения для всех элементов данного типа. Путь в меню. Main меню, препроцессор, element type, это delete. Так, ну посмотрим. Препроцессор, element type, add, edit, delete. Так, жмем add, добавить. И вот здесь смотрим, сколько их очень много. Например, в нашем случае, когда мы решаем тепловые задачи, это вот, например, четырехузловые, если двумерные, восьмиузловые, шестиузловые и так далее. На этом все. Спасибо за просмотр.